Квартира в шестиэтажном доме в центре города со своей парковкой и подземными гаражами. Чем невыгодная покупка? Так считали собственники 48 квартир дома номер 140 по улице Красноармейской. Дом должны были сдать еще пару лет назад, но подрядчик обанкротился, а люди до сих пор ждут свое жилье. Сегодня проблемный объект долевого строительства наконец готов к вводу в эксплуатацию. На сегодняшний день дом готов к вводу в эксплуатацию. Разрешительные документы сейчас все оформляем. Проектные документы все полностью готовы. То есть вода подключена к дому, электричество подключено к дому. Вот буквально с минуты на минуту ожидаем подключения газа. И как только у нас будет газ, мы включаем котлы и ставим уже дом под отопление на постоянное. Новый подрядчик переделал кровлю, установил ограждение лестничных клеток и балконов, ворота на гаражах, отремонтировал пандус. Благоустроительные работы будут доделаны весной, когда сойдет снег. Уже до конца недели будет подписан акт, и дольщики начнут получать ключи от долгожданных квартир. Поэтому давайте сразу сейчас уже начинайте, спускайте, пускай эти образцы документов, пускай готовят. Потому что с понедельника уже пошли, соответственно, начинать подписывать акт. Дом на Красноармейской станет первым объектом, который завершен благодаря принятым мерам поддержки. Согласно им, застройщик по компенсационным выплатам получит более 23 миллионов рублей. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.